В Петрозаводске пройдет благотворительный концерт в поддержку местных приютов для животных. Как рассказал интернет-изданию «Республика», организатор акции Александр Машков, первый Петрозаводский общественный приют, а также преданные сердца содержатся на пожертвования горожан. За подопечными ухаживают волонтеры, которым необходима помощь. Концерт пройдет 14 октября. С собой можно приносить корма, крупы, ошейники, поводки, миски, игрушки для животных, средства для мытья посуды и обработки помещений, перчатки, мыло для рук, большие пакеты для мусора, ветошь и другое.